Гамлет не просто самая популярная, но и, безусловно, самая таинственная пьеса мирового репертуара. Не просто самая любимая и самая желанная роль для большинства артистов любого возраста, но и самая опасная роль, потому что роль Гамлета может довести до полноценного безумия. Гамлет – это пьеса про всех нас. Гамлет – это рассказ о нашем, не только сегодняшнем, а о нашем жребии в любое время. Почему Гамлет – такая смешная пьеса? В чем ее подлинный трагизм? Где в ней элемент пародии и где в ней христология? Почему Гамлет не мог вести себя иначе? И почему в его поведении не слабость, а сила? Обо всем этом мы будем подробно говорить в ночной лекции, в то самое ночное время, когда являются призраки.